Всем привет, мальчишки и девчонки! А также их родители. Вы смотрите реалити-проект для самых главных членов семьи. Для вас, дорогие любимые наши детки. Где за 4 месяца занятий вы под руководством лучших педагогов станете настоящими звездочками экрана. Генеральный партнер программы «Баштелл». Как выпадут кости? Удастся ли поймать золотую рыбку или загадать желание на листе клевера? Ты узнаешь завтра. А сегодня твоя фортуна уже улыбается тебе. Пакет «Фортуна» от «Баштелл» – это две услуги за 0 рублей в месяц. Подробнее на baštel.ru. Акция действует до 31.12.2015 года. Реалити-проект «Звездочки экрана» — это уникальные телекурсы для талантливых и творческих малышей, а также их родителей, которые мечтают вести своих чад на абсолютно новый уровень. Уровень высоты и таланта — стать настоящими звездами. Благодаря урокам вокала и хореографии, моды и красоты, кулинарии и фитнеса, а также опытным педагогам и психологам, малыши станут настоящими звездами экрана. На кастинг, объявленный телеканалом M-Television, пришли участники в возрасте от 4 до 12 лет для занятий у ведущих специалистов медиарынка. Однако до финала проекта дойдут лишь 10 претендентов, по мнению членов жюри, а победителя определят зрители в ходе интернет-голосования на сайте телеканала M-Television. Мадина, дорогая, скажи, кого бы ты хотела сыграть в кино? Ну, не знаю. Может быть, дракошу? Маленького. Маленького дракошу. Алекс, а ты бы кого хотела сыграть в кино? Большого дракоша. Ну, тогда мне ничего не остается сделать, как посыграть Змея Горыныча. А вот его 3 головы. Артур, вы совсем голову потеряли? Зачем вам 3 головы? 1 голова, Мадина? Хорошо. А 2 маленькие? И 1 большая? Лучше. Генеральный партнер программы «Баштелл». Вокальная школа при театре-студии «Айдар». Центр танцевального искусства «Е-Дэнс». Студия рисования песком «Солнечный дом». Художник Руашани Батридинова. Модельное агентство «Премьера». Образовательный центр «ЕС». Психолог Ольга Аверина. Бутик детской одежды «Божья коровка». Ресторанный комплекс «Альпенхоф». Уфимский аквапарк. Семейный ресторан «Вкусландия». Раз, два, три! Все услышали, как меня звали. Ну-ка, обняли себя души. Прямо пообнимали, какие молодцы! Сами себе похлопали! Тише! Давай, продолжай! Я тоже присоединяюсь. Арина, расскажи, пожалуйста, что сегодня проходили на актерском мастерстве? Мы сегодня скороговорки учили, еще сказку рассказывали. Мне все понравилось. А что было потом с шариками? Что-то интересное было с шариком происходило? Ну, с шариком мы потом... Сначала мы размер головы своей померили, потом закрутили. И получилась шляпка-невидимка. Всем привет, меня зовут Юшкова Арина, мне 6 лет. Хожу в детский садик под номером 63. Живу с мамой, с папой, с бабулей, с
и с братиком Сашей. У меня есть пес Мухтар, кот Барсик, золотая рыбка Рыжик. Я хожу на бальные танцы уже 2 года. Мечтаю стать таксистом и актрисой. Мы веселые мартышки, мы играем просто слишком. Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем. Ну-ка, 1, 2, 3, и с гримасами замри! Давай, все замерли, все с гримасами. Что-то я смотрю, там у нас не мартышки, а кошечки такие прямо, да? А где веселые мартышки, а где страшные-то мордочки? Ну как родители напугают, давай, молодцы. А теперь можно мне показать, как мы сможем фотомоделью прямо сейчас стать? Делаем красивые модели, 1. Меняем улыбочки, 2. 2, вот это удивлять, готовы мы, 3. Ого, вот это фотокомпозиция, ну-ка замри, 4. А если буду убыстрять? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы! Что еще ждет детей в уроках на актерского мастерства и техники речи? Многие интересуются, каким образом наши дети будут достигать актерского мастерства для того, чтобы потом участвовать в нашем Ералаше. Ой, такие серьезные вопросы, А я скажу, что первый на уроке это пока на раскрепощение, друзья, чтобы мы почувствовали себя легко, свободно и не боялись камеры. Ну и прямо умели играть. И будет, конечно, техника, прямо будет уроки актерского мастерства. Потом как выйдем, как покажемся, на что мы способны. Все только начинаем. Так что смотрите и запоминайте, техника вам будет покидаем. Куда? За что? Почему? Не беспокойтесь, мы ненадолго. Ну, в Еден. Потанцевать. Ну, давайте, девочки. А я пока посплю. Затем посмотрим фильм «Прямая».
Алексия, ну давай расскажи, пожалуйста, с кем ты дома танцуешь? На день рождения с бабушкой, на юбилей с дедушкой или на каком-нибудь празднике с мамой, с папой? Ни с кем. Как это ни с кем? Что, вообще не танцуешь? Ну, иногда немножко притворюсь, что танцуешь. С кем? Одна. Всем привет! Меня зовут Ямагузина Алексей, мне 7 лет. Я учусь в 39-й гимназии в первом классе. Я очень хочу стать президентом. И я хочу выиграть конкурс «Звездочки экрана». Я живу с мамой, папой. У меня есть собачка Кроши. Все. Вот, я ножки поняла левую, да? Я ее сгибаю и сажусь на правую. Сегодня дети изучали урок, построенный на технике модерна. То есть здесь обычно же у нас движение проходит вот наоборот, все стоят на ножках, да, в этом положении. Техника модерна очень широко используется движение в партере, то есть на полу. Поэтому, может быть, для них это было немного непривычно. Используются широкие движения там махом, махи ногами. В общем, все очень объемно, очень широко. Вот, может быть, для них это было немножко что-то в новизну. Дети вообще замечательно, они очень стараются, они учатся, быстро схватывают, у них есть рвение, у них сейчас даже была перемена. Некоторые детишки приходят и повторяют, остальные в то время как отдыхают. Они очень, ну, трудолюбиво видно, что очень хотят впитывать знания. Мне очень понравилось с ним работать. Потому что надо, чтобы все хватило. Меня подождите! Не лезь на коленку. Баль! Разворот на спину. Поднимаемся. И ножки отталкиваем вот так от себя. Да. Теперь как делали сейчас, разминки. Ручки сюда. Перешли. Ножки раскрыли. Руки перед собой. Сгибаем левую. Раз. Вернули. Правую согнули. Вернули. Угу. Сидим дальше. Ножки прямые. Пошли руки. Ноги собрали. Поднимаемся. Мы согнули левую ножку в коленочке. Теперь левое плечо я отвожу назад, в ту сторону. И ножку потянула себе. Затем за ручку потянулись налево. Потянулись направо. Теперь ногу прям вот таким кругом делаем. Натягиваем на себя. И через круглый живот вот так шагаем сюда вперед. Налево. Чтобы рассказать сказку, есть основные 5 точек. Как вы думаете, это какие? Что в сказке есть? Вот когда говорят про Париж, тогда сразу вспоминают что? Эйфелеву башню. Правильно. Генеральный партнер программы «Баштел». Вокальная школа при театре-студии «Айдар». Центр танцевального искусства «Е-Дэнс». Студия рисования песком «Солнечный дом». Художник Руашани Батридинова. Модельное агентство «Премьера». Образовательный центр «ЕС». Психолог Ольга Аверина. Бутик детской одежды «Божья коровка». Ресторанный комплекс «Альпенхоф». Уфимский аквапарк. Семейный ресторан «Вкусландия».